Сюжет я тебе сам скажу. Сюжет я тебе расскажу. Понял. Миша, так. Ходорковский, мы два товарища сейчас стоим осенью в Ярцеве, Смоленская область. Ярцево, Миша. Мы тебя спасли. Игорь Лысый, который заснял мою песню в 2014-м. Я зачем спел эту песню? Для тебя. Чтобы родители тебя поцеловали. Они тебя поцеловали? Они его поцеловали. Поцеловали, да. Игорь, президент Российской Федерации. Так помил, кинь нам на общак. Ну? Нам, пацанам, кинь. Мы тебя спасли. Мы скичи тебе скинули. Скинули моего Ходорковского. Ради родителей, не ради политики. Это так? Это так. Хорошо. Миш, сделай, пожалуйста, правильно движение. Сделай, на общак нам. Помоги нам деньгами. Помоги деньгами, у тебя есть. Возможность, да. Именно Миш. Сам Шамар, который делал этот клип в 2014-м, и тебя сразу через полгода освободили. Он стоит, мы сейчас стоим. Ну, я тебя вспоминаю. Хорошо, Игорек. Мишка. Да Игорек делал. Лысый делал, да. По всем зонам раскидал, и его освободили сразу. Ради родителей, не ради политики. Я политику ненавижу, Санбой. Ненавижу политику. А вот ради родителей в Королеве двое. Мать и отец его в Королеве, чтобы они его поцеловали. Живы ли, не знаю. Скажи последний раз. Миша. Миш. Сделай правильно. Помоги нам. Нет. Миша. Нет, Миш, не помогай. Миш. Нет, никогда. Помоги, Миш, помоги. Не имеешь права. Но, Миш, сделай так. Все. Все. Не имею права.